должно начать рассмотрение дела Грудинина, так называемого, когда рейдеры хотят заполучить недостающий им контрольный пакет акций. Вот посмотрите, собралась огромная толпа людей, неравнодушных людей, жителей совхоза, депутаты от КПРФ, просто неравнодушные граждане, для того, чтобы послушать, как будет вообще вершиться это правосудие. Я думаю, что это будет криворукое правосудие. Но, несмотря на то, что заседание суда открытое, вы можете смотреть, людей не пустили. Все категорически против такого беззакония, несправедливости. Как вы видите, скандируют за совхоза Павла Николаевича Грудинина. Мы все его поддерживаем, мы все Грудинин.